Муниципальный молодежный конкурс – событие всегда приметное, а тем более новый конкурс, идею которого еще надо отработать в деталях. Мистер Мытищи, каким он должен быть? Организационный штаб в молодежном центре «Импульс» рассматривает все варианты. Нас очень часто спрашивали, когда мы только все это придумывали, типа идею по поводу мужественности, бодибилдинга и прочее, прочее, прочее. Мы хотим сделать этап «Зарница». Да, вот один из важных этапов для вот этих ребят, которые непосредственно к нам придут. Которых уже отберем. Да, которых уже отберем. Но нет, не единой спортивной подготовкой должен обладать претендент. Да и кто он? Несколько слов. На кого рассчитан этот конкурс? Ну, в первую очередь мы ждем ребят, молодежь от 14 до 35. Это важное возрастное ограничение, которые учатся, живут или работают на территории городского округа Мытищи. Конечно, мы будем искать самого харизматичного, самого артистичного, самого спортивного. И для того, чтобы проверить, насколько ребята харизматичные, артистичные и спортивные, у нас будут разные этапы и разные конкурсы. Понятно, что обладать всеми этими качествами в равной мере непросто. Но кто из молодых людей втайне не считает, что он таков и есть? Только дайте ему проявить себя. Вот и представляется возможность. Но сначала надо пройти кастинг, то есть отбор на участие в шоу. Прослушивание состоится 7 и 8 октября в молодежном центре «Импульс». Для этого пригодится удобная спортивная форма и набросок своего творческого номера. У нас будет творческий номер, интеллектуальная игра и дефиле финальное, красивое, где мистеры смогут показать, насколько они мужественный, интеллигентный. В общем, интересная предстоит игра. Ее участники, прежде чем выйти на сцену, пройдут тренинги, подготовку и наверняка многое в себе откроют. В этом-то и есть смысл игры «Мистер Мытищи 2021». Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.